Запах гари почувствовали сегодня утром ленчане. Дым принесло ветром из Мирнинского, Алекминского и Сунтарского улусов. В Ленском районе действуют два лесных пожара на площади 210 гектаров. Одна из термоточек недалеко от села Северная Нюя, другая – в верховьях речки Коньки. Там ликвидировать огонь пожарные не могут уже месяц. На днях власти района планируют установить высокий четвертый класс пожарной опасности. В связи с повышенной задымленностью и для профилактики обострения сердечно-сосудистых, легочных и других хронических заболеваний просим граждан соблюдать следующие рекомендации. По возможности избегать длительного нахождения на открытом воздухе ранним утром. Именно в это время в воздухе находится максимальное количество смога. При усилении задымленности необходимо надевать защитные маски.